Да, так они называются. Значит, мы выехали с пятой станции. Сейчас мы на третьей. На третью поедем, да. А это четвертая станция по Сергели. В принципе, они все однотипные, поэтому смотреть-то тут особо нечего. Вот в таком ключе выглядит эта станция. Единственное, конечно, можно показать вам, что здесь через витражи видно. Ну так вот, еще раз повторюсь, это новые станции, которые ведут в Сергели. Холодно здесь, вот вчера был дождь, снег, сегодня тоже минус 4, и достаточно прохладно здесь на станциях. Если в минус 10 или минус 13, конечно, здесь, или минус 20 даже. Все продувает. Зябко. Можно выйти на эти улицы. Опять же, вам карта метро. Еще минус, конечно, поезда долго ходят, очень долго. Сегодня воскресенье, я не знаю, как в будние дни. Но такой промежуток на 5 станций, не знаю, потратить 50 минут, наверное, если на каждую выходить. Ну ладно, покажу вам все.